сел в машину, жена со мной, дети. Вот, значит, я сказал как раз еще вечером, что если буду нормально себя чувствовать, то мы сядем и поедем куда-нибудь. Ну, не то чтобы, ну, было там, куда ехать. В Орел ехать, в Россию. Значит, там побыть у родителей. Еще живы были мама, папа. Тогда это 2003 год был еще. Вот, и, значит, ну, поеду как раз послужу родителям. Вот, так пообщаемся, так вот, значит, как раз вот. Поехали, вот, и это было в пятницу, мы выехали рано утречком, хорошо, как классно все, не спеша едем, общаемся, вообще, ну, все прекрасно, вообще, так думаю, так здорово, вообще, как будто я нес какой-то груз, и вдруг я раз, сбросил все это, думаю, вообще, красота, думаю, вот, вот точно, вот это, думаю, свыше, наверное, вот, подсказка, что это вот, вот, Бог одобрил, как бы, мое решение, спасибо, Господи, что дембель, короче, все, я свободен. Вот, да, и интересно, и в этот момент, в этот день произошло вот это ДТП. Я обычно об ДТП рассказываю, а вот об этом предыстории не рассказываю, потому что многие не поймут, может, не поймут или неправильно поймут вообще всю эту ситуацию. Но с предысторией этой истории еще интересней. Вот, представляете, значит, и я попал в ДТП впервые в жизни вообще. Сколько за рулем никогда там не попадал, в передряги никакие. Бог миловал как-то, вот, знаете ли. А здесь я сбиваю подростка, значит, этого парня этого на мотоцикле, школьника, старшеклассника. Он выехал покататься, значит, получается, из одного села в другое село, там, значит, все, значит. И вот с Киева ехать, если не доезжая этого Королевца в Сумской области, вот это все произошло. ДТП это. Парень мертв, я вопию просто к Богу, просто вопию к Богу. На дороге. Господь воскресил этого парня. Слава Богу. Вот. И хотя он когда воскрес, парень, я, у меня сразу мысли, а может и он и не умер, может это просто мне так показалось, что он покойник. Может это просто глубокий обморок такой был у него такой. Сам как вот тот еврей, который Господу сказал, верю Господи, помоги моему неверию. Вот. Ну как бы шутка ли, покойник вот живой. Ну ладно. Значит, ну потом косвенные были подтверждения с разных источников, что это был все-таки реальный летальный исход был. Вот, значит, и этого пацана, значит, увозят с раной несовместимой жизнью туда. Я рассказывал об этом, да, уже. Вот, значит, он там исцеляется по дороге, там минут 10-15 всего везли его, он исцелен. Одним словом, как врач сказал, скорой помощи, чертовщина какая-то. Его резюме было следователю. Вот, значит, парень был исцелен, вот, и когда ехал обратно уже, мы ехали домой, ну, в Киев, ехали обратно, то я слышал голос, который три раза спросил меня, видел ли я это все, а потом сказал мне, вот так будет и с церковью. Вот, это уже поздно вечером было в субботу, в пятницу, а в субботу утром просыпаемся, значит, с женой, значит, и я лично понимаю сразу, что я исцелен, я пастор, я вообще, все, мои дембельские всякие сдуло вообще, как будто их и не было вообще, то есть я как будто и не прощался вообще, я знал, что я точно, я служитель, я пастор, все хорошо, Господь, спасибо, классно вообще. Опять классно, еще лучше даже, еще лучше. Как в тех анекдотах там, да, значит, да, когда, ну ладно. Значит, вот так вот, да, значит, и, понимаете, и уже в субботу я проповедую, значит, пришел вообще, хоть бы что вообще, я, вот, значит, и, значит, рассказываю и вообще свидетельствую. И вот эти слова, которые у меня вертелись в голове перед возвращением в Киев, что я есим воскресение и жизнь, воскресение и жизнь. Я вот их стал говорить, эти слова, и... Вот, не знаю, вот, уже больше 16 лет живу вот с этим откровением, что он есть воскресение и жизнь. Вот, и понимаю, что по-человечески невозможная вообще реформация, там, значит, но невозможно человеком, возможно Богу. Богу же все возможно. Все возможно Господу на самом деле. И нам, когда мы с Господом, все возможно, действительно. Вот такое у меня свидетельство тоже. Вот самое главное искушение, наверное, это как раз вот уйти со служения. Самое серьезное, вот, и знаете, вот у меня вот было вот такое в жизни тоже, каждый проходит больше или меньше нечто подобное в своей жизни, но я рад тому, что тогда, получается, паренька того Господь вот физически воскресил и физически его исцелил очень быстро, а меня духовно, душевно, короче, как служителя
А я еще думал, еще, у меня мысли были, может быть, это просто эйфория первых дней, еще после вот, вот этого происшествия. Может, потом это как бы опять вернется. И, значит, и, но я молюсь, и мир в сердце, хорошо. А потом в метро, там на Лукьяновке, кстати, да, я выхожу с метро, он входит в метро, сталкиваюсь как раз с человеком, который вот, ну, сделал большую беду у нас в церкви. Представляете, я с ним встречаюсь, случайно так, лоб в лоб, значит, немного, минут 5-10 мы там пообщались, расстались, я его благословил, значит, все. Самое интересное, представляете, значит, никаких, я там ему ни претензий не высказывал абсолютно, просто вот, вот как будто вообще ничего не, не произошло. Самое интересное, внутри такой мир, я никогда бы не смог бы вообще сам, вот, знаете ли, вот, подобного состояния достичь вообще. Вот, он сам был удивлен, честно говоря, что я с миром, что я вот просто благословляю его, все, значит, вообще никаких претензий, вот, все, Иисус Господь, Христос царствует, все, значит, все под контролем Божьим, вот это, да, значит, и потом я иду, уже думаю, точно, это точно Бог, 100%, потому что, значит, значит, у меня даже ничего не ёкнуло даже, вообще, сердце, вообще ничего даже не ёкнуло, да, ровно, это... вот это, да, думаю, думаю, точно, вот, с тем пареньком физически, а у меня вот такое духовно произошло, душевно. Да, давайте-то сейчас. Да, у нас перерыв, а потом мы аж пойдем на перерыв в 12:30. Да, перед обедом. Полтора да. часа почти, говорят, учеба. Сейчас 11? Может, в 11:20 здесь соберемся, а потом без перерыва? Не, сейчас.